Футбольный клуб «Краснодар» в матче чемпионата России сыграл в ничью с махачкалинским «Анжи» 0-0. Этот результат оставил «Быков» на четвертой строчке в таблице за 4 матча до окончания первенства. Правда, могли краснодарцы и побеждать, реализуя свои моменты Федор Смолов и Маурисио Перейра. Но гостей спасал и голкипер Давид Юрченко, и судья, отменивший правильный гол Смолова из-за офсайда. Его на деле не было. В ближайшем матче «Быки» сыграют с Оренбургом на выезде. Игра пройдет 7 мая. Терять очки Краснодару сейчас никак нельзя. Слишком уж близко подобрались соседи из Ростова. Тяжелая игра в каком плане? Мы играли в свою игру, мы владели мячом, владели инициативой. У нас задача была, чтобы мяч ходил быстро, создавать моменты, смотреть вперед больше, больше обострять. При потере не пропускать контратаки. Но что непростая. Что непросто. Ну, в принципе, справились со вторым. Не так много было это быстрых атак, не так много остроты вообще не было в наших ворот. Кубань в матче футбольной национальной лиги уступила столичному «Динамо» 0-1 на своем поле. Это поражение откинуло краснодарский клуб на 11 место в таблице первенства. Единственный гол в игре забил Иван Темников, отличившись в добавленное время. Фиаско стало для кубанцев вторым за 2 недели. Ранее со счетом 1-3 Кубань уступила красноярскому «Енисею». В следующем матче краснодарцы на выезде сыграют с калининградской «Балтикой». Я думаю, что это всегда интересно, когда 2 топовых клуба встречаются, болельщики проявляют себя с такой красивой стороны. Я думаю, что интересный матч, и болельщики были украшением этой игры. Ну, постараемся сделать так, чтобы команда чувствовала себя свободно, раскованно и не чувствовала груза никакого. Я думаю, что футболисты сделали все, что можно сегодня, отдали все силы. Это самая важная вещь для игрока. Гандбольный клуб «Кубань» поборется за бронзу чемпионата России. Таковы итоги полуфинальных матчей турнира. В 2 играх с Ростов-Доном краснодарские девушки потерпели 2 поражения и теперь сразятся за бронзовые медали первенства России. Соперником «Кубани» станет звенигородская «Звезда». Первая игра пройдет 18 мая в Звенигороде. Ответная встреча состоится 21 числа в Краснодаре. Ты родился в станице Новотитеровской. Стар. Что? Старотитеровская. Да, ты родился в станице. Сейчас заново запишем, типа я знал. Ты родился в станице Старотитеровской, но занимаешься бобслеем. Как это вышло? Я переехал учиться в Краснодар. И на тот момент я занимался легкой атлетикой. И попал к тренеру по легкой атлетике. Это Мартьянов Евгений Владимирович. Он до сих пор меня тренирует. В сборной нужны были разгоняющие, ну и преимущественно брали их из спринтеров. Ну, спринтер это на короткие дистанции. За спринтеров. Ну вот. Первым, так сказать, первопроходцем, получается, из, так сказать, нашей банды спортивной, которой занимался наш тренер, был Пушкарев Алексей. Вот, и мы оба были все так же от нашего тренера. Вот, взяли только 2. Ну и постепенно это все начиналось с молодежной сборной России. Были сборы, отборы, постоянно, постепенно. И спустя первый сезон, 19 лет, я попал в основную команду. У тебя было серебро чемпионата Европы, Кубка мира. Объясни, как ты это все оправдал, почему все время серебро, что было? Блин, такой вид спорта, очень большая конкуренция, много стран на данный момент, которые на высоком уровне выступают. Такой момент есть у моего тренера, что у него были спортсмены очень высокого уровня и рекордсмены Европы и так далее, но у него очень много также было и 4-х, и 2-х мест. Вот как бы он говорит, как проклятие мое. И вот когда, получается, на Олимпийских играх, Пушкарев с Костяновым, когда они в 4-ке выступали, также опять 4-е стали, и они позвонили, получается, созвонились вместе, и
Леха такой говорит, это все вы. Типа, это все ваше. Хорошо. А самый сложный этап какой был за все это время? Где понимали, что все будет на волоске? Таких этапов было два. Конечно, самый важный, как оказалось, конечно, никто не ждал этого, но была последняя гонка в Корее. Такая трасса, там даже с хорошим стартом, с хорошим прохождением, там есть такое место, кривая прямая, одна ошибка и, как у нас говорят, до свидания. Сразу можно уехать. Сколько раз ты представлял, что вы можете совершить эту ошибку? На самом деле никто из нас об этом не думал. Как иногда говорят, мысли материальные. Ты думаешь наоборот только, как наиболее лучше все сделать, все четко. Ну и вроде у нас это получилось, и рекорд трассы, так за нами до Олимпиады и будет. У тебя в Инстаграме есть крутое видео, где ты залетаешь в боб с подписью там «Российские авиалинии», если не ошибаюсь. Что это было? Как? Залетаю в боб? Ну, то есть ты прям летишь в боб, у тебя слоумо видео, и ты прям летишь в него и мажешь. Как раз это тот момент, когда второй важный, можно сказать, момент в этом сезоне. Я понимаю, ошибка, я, не знаю, миллион раз делал эту посадку, и это единственный раз, когда вот такая ошибка произошла. Не могу объяснить ее ничем, но хорошо, что она как бы закончилась тем, что я залез, потому что если бы я выпал, это дисквалификация, то есть при любом финише, при любом результате 4 человека ну, не вместе финишируют, все, 0 очков. 0 очков на этом этапе в итоговом положении получается нет хрустального глобуса. Ты понимал, когда летел это? Вот в эти секунды ты думал об этом даже? Или ну да, что, там доли секунды я просто мажу, там вишу на половине, потом выхожу, ну то есть на руки, да. Все. И я думаю, я успел подумать, блин, что я за урод? Что я за урод? Как так? Ну подставляю команду, то есть это очень много. Что парни сказали, когда вышли? Каких-то личных неприязней. Все были, понятно, у нас были шансы на медаль. Даже ну, в той гонке все это все понимали. И понимали на будущее, что это повлияет на общее положение, в общем, в зачете Кубка мира. Но лично никто не сказал, ну что, работаем дальше. Бывает такое, это такой спорт. Я не поверю, что не сделали замечания. Вообще ничего не сказали. Ну, были маты, но не в мою сторону. Я себя сам укорял, да. Угу. Я очень... Ну, сколько ты боролся с этим? Первые пару дней я очень сильно переживал, на самом деле, как бы, это никуда не деть после вот так вот соревнований. А у тебя бывали моменты, когда было страшно за жизнь на трассе? Ну, самое жесткое это было, когда я пробовал себя в роли пилота. Это было на сочинской трассе, и там один из сложных участков, переход 9-10, вот. Я чуть-чуть рано вышел, ну и центробежной силой, получается, закидывала на выход из виража. Ну и я до конца боролся, получается, пытался хоть как-то спасти эту ситуацию, это было, ну, в двойке. Из-за того, что, получается, я перекладывал вес, у нас называется как бы кантовал, может, ну, я больше вылез из боба. Но меня все равно как бы завалило влево, и, получается, вираж был вправо. И так вышло, что борт был тут на шее у меня, а вираж здесь. И просто всю десятку я вот так проехал, весь боб был ну, на шее у меня, короче. Дальше. Что, болела шея, растяжение, и тренер на тот момент был Пьер Людерс. Он просто сказал, говорит, если это увидят, твои родители меня убьют. Кстати, первое сообщение, которое ты получил после того вот полета российских авиалиний, Кто его прислал? Ну, я подразумеваю, то, что Алия, наверное, сразу написала. Именно про вот этот австрийский полет. Первое сообщение. Ну, я не могу сказать, потому что их было много, и кто тогда прислал первый. Но, скорее всего, она, потому что вот такая закономерность есть. Наши результаты, не знаю, это может быть суеверность такая спортивная, может еще что. Когда она не смотрит прямой эфир, мой, то у нас более-менее все хорошо складывается. Хватит. Ну вот она, то есть у нас соревнования, она смотрит именно хорошо, в прямом эфире. Да. Вот, и как бы начало сезона, то, что часовые пояса разные, то, что Канада и Россия, она также не смотрела, мы выиграли гонку. Потом смотрела, провал такой небольшой, ну и как бы это все чередовалось.
Ну и потом, не знаю, какие-то такие моменты. Я не понимаю, гонку эту она смотрела, когда ты летал. Да. Ты просил? Вот, ну мама сказала ей такая, говорит, все, не смотри больше такого. Ну, тем более, такие ситуации. Ты все равно последнюю смотрела в Корее? Да. Все-таки закономерность нарушена. Ну, как сказать, первую попытку она, по-моему, выходила из комнаты, когда шла трансляция, вторую уже все до конца. Ты часто гоняешь по миру, самая странная ситуация, которая случалась на этапах, возможно? Был один раз такой момент, что мы очень долго не могли улететь. Был перелет из Канады в Европу, по-моему. Три дня в пути, постоянно такая суматоха, ты не понимаешь, что да как мы приезжаем. Все, в аэропорт, время нам улетать, мы идем на регистрацию, и отключается свет. Во всем аэропорте? Не во всем, а вот именно в области, где вот регистрация нашего рейса, да. Это все настолько затягивается, заполняются билеты от руки, я такого никогда не видел. Просто у тебя ручка написана, там места, выход, там все вот такое вот. Рейс потом задержали еще там на какой-то час, потому что вся эта процедура регистрации людей. Mm-hmm. То есть в системе не есть, а человека одного обрабатывают 20 минут минимум. Слушай, а с местными жителями все отлично? Я просто не знаю, вы выходите вообще куда-то? Да, выходим, ездим, mm-hmm. То есть никаких проблем нет никогда. И не было никаких споров за руб с местными? Нет, даже наоборот, мне кажется. Например, нормально, да, хорошо относятся там. Вот Россия, Путин это там кричат. Было? Да много где, в многих местах. Ну, в Штатах кричали. Было такое, в Штаты, да. Кричали, да, Россия, было. Путин? Да. Это какой город? Мы там уважаем там и так далее. Да вот как раз где у нас соревнования проходят, в тех местах и было. 90% времени ты, когда выезжаешь в город и так далее, ты все равно по форме, не знаю, это, ну, так проще. Как бы отношения сразу, мне кажется, ну, для некоторых, особенно там для полиции. То, что бывает, останавливают там. Например, ну, где, просто, где последний, ну, раз остановили? Это было в Лейк Плэсиде. Совпадение. Не думаю. Ну, мы чуть-чуть превысили скорость и просто, ну, остановили нас и спрашивают, извини, у тебя что, спорткар? А вы на чем ехали? А мы ехали на таком минивэне Chrysler. Кстати, какие у вас были примерно призовые за победу на, ну, в общем, зачете? Сколько вам выделили? Бобслей такой вид спорта. Да нет, давай бобслей такой вид спорта, вот цифры. Призовые, конкретно, чтобы есть это в интернете, в свободном доступе. Да. Призовые за победу в общем зачете Кубка мира дается 25 тысяч долларов. На команду? На четверых. А то... Теперь я понял, почему ты говорил бобслей такой вид спорта. От Международной федерации бобслея, да. Хорошо, а здесь еще как-то добавили за это? Я же выступаю за Краснодарский край, ну так как вот я здесь родился, живу, тренируюсь и так далее. Каких-либо тут премий не последовало, то есть я, никто из нас ничего этого не видел. Ну, поэтому я и говорю, что это не футбол, и это не, просто, ну, это командный вид спорта, но это не игровой вид спорта. Хотя был такой период в моей жизни, что я мог тоже продолжить свою карьеру именно в футболе. У меня было 3 просмотра в Локомотиве московском. Серьезно, они тебя вели и хотели взять? Да, были вызовы. И что не сложилось? Ну, российская система футбольная не сложилась. Бабла запросили? Ну, если грубо говорить так, был такой момент, да. Сколько они просили? Прям конкретики я не могу сказать, потому что прошло уже достаточно времени, но... Просто изначально был уговор на то, что так как я не москвич, на тот момент был, типа, сейчас я москвич, наполовину. Предоставляются интернаты, то есть все обмундирование, экипировка, проживание, питание, учеба. Все это, ну, за их счет, там какой-то испытательный срок и так далее. Там. Вот, но после того, как заинтересованы были люди, чтобы попробовать как-то взаимодействовать со мной, посмотреть, уже были озвучены совсем другие информации, что мест нет, и ты должен это все сам обеспечивать.
А деньги они не просили за попадание, за само? Насчет денег там это было не вот так прям грубо озвучено. Ты жалеешь о том, что не получилось? Ну, первое время я очень, как бы, так сказать, жалел и как бы обозлился на футбол. У меня было 3 просмотра, и они все 3 были разные. В плане, примерно проходило все одинаково, да, то есть на территории там Локомотива, да, там все это там. Первый там под куполом под их был, там где-то еще, потом под открытым было уже в третий раз. И они все были по-разному, потому что первый раз это было вот там все, тут тренеры между собой общаются, то есть вот так вот, как будто для галочки. А сейчас наша традиционная рубрика «Красавчик и корявчик» этой недели. В ней наша редакция выбирает лучших и худших спортсменов на минувшей неделе. Смотрите! Красавчик недели Анна Сень, олимпийская чемпионка из Краснодара, сейчас выступает за Ростов-Дон. Именно она стала главной силой дончанок в полуфинальных играх с Кубанью, оставив краснодарок за бортом финального матча. Такая оказия. Корявчик недели – гонщик Формулы-1 Даниил Квят. На Гран-при в Сочи Даниил был единственный представитель России в королевских гонках, но занял он лишь 12-е место и остался без зачетных очков.